Ну что, погнали дальше тогда. Так, 3 часа наиграно в эту игру. Неплохо, неплохо. После Паразит Ива будет God of War Ascension. Обязательно приходи. Я слышал, это лучший God of War. Прямо лучший из лучших. Сливки просто God of War-овские. День третий. Selection. На крестик надо. Итак, что было? В Центральном парке Айе долбанули пиздюлей. Манхэттен эвакуирован. Приехал японский ученый, который нам объяснил, что был похожий случай в Японии, где мужик из клеток ливера-то, из... короче, из стволовых клеток, наплевать, это самое, пытался для своей жены какую-то хуйню сделать, и все пошло не так. Эти митохондрии эволюционировали. Но при чем здесь Ая? Вот в чем главная загадка. Так. А я не понял, ПЕ-метр, это моя магия, да? Она со временем, получается, сама по себе регенерируется во время боя. То есть, в принципе, умереть-то здесь очень тяжело, как я понимаю. Так, сейчас мне надо провод как-то поджать. Так, аптечки я сожрал все. У меня есть одна ревайв, я не знаю, как она работает. Restore life when you die. Ну, наверное, когда я умру, она сработает. Так, М16 охуенно. Гранатомет оказался говном. Ладно. Очень много патронов дают, но с патронами здесь и так никаких проблем не возникает. Чья это домишка вообще? А, понятно. Это просто какой-то бомжатник, в котором они оставляю. Прикольно. Почему он на улице ждал ее? Надеюсь, Маэда не будет нашим любовным интересом. Блять, и Дэниел здесь. И кошка приперлась. Да что ж такое, это весь набор. О, да. Ганшоп, отлично. Мы можем, нет трафика, город эвакуирован, мы можем спокойно поехать в полицейский участок и взять там оружие. Нет, мы поедем в ганшоп. Ганшоп, отлично. Сейчас. Господи, кошка, ты можешь уйти и просто съебаться отсюда? Вот фармаси, отлично. Пойдемте, у нас медицины нет. Хе-хе-хе.
Ой-ой-ой, я случайно, блять, я случайно. Так, что нам нужны? Нам нужны аптечки. Потом нам нужно апгрейд автомата. Автомат я точно не расстанусь с ним до конца игры. Так, здесь можно сохраниться, это хорошо. Кстати, а что у меня по жизни? Жизнь восстановили, отлично. Маэда, что скажешь? Интересно, он появится еще, Маэда? Я имею в виду в следующей части. Так, ревайв. Ревайв мне, наверное, не нужен вообще, если так подумать. Вот медицина нужна. О, отлично. Эвейт. И тул. Так, 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 так. У меня два вот этих тула есть, да? Может мне проапгрейдить броню? Я могу поглотить дробовик, да? Ой, дробовик, гранатомет. Могу поглотить пистолет. Оно мне надо? Могу его статы перенести себе, да? Могу вот эти статы перенести себе. Ой, блин, не знаю, даже не знаю. Пока не буду. Если у меня места не останется, то тогда начну этим заниматься. Ну, в общем-то, мы неплохо зашли. Проапгрейдили немножко бронежилет. Я тогда не очень понимаю смысла в этой системе. Ладно, посмотрим. То есть я, короче, могу апгрейдить ту экипировку, что у меня есть, и я тогда могу не искать новую, не знаю, не понимаю. Так, 14 левел, кстати. Притом особо не качались, и в парк надо будет вернуться, мы там кучу экипировки оставили. Если можно будет вернуться в парк. Я надеюсь, что можно будет. Так, ну что, в ганшоп идем? Надеюсь, там дадут дробовик. Если дадут дробовик, я нахер разбираю сразу пистолет. Я за счет него проапгрейжу тогда дробовик. О нет, магазин закрыт. Такое себе. Вот теперь залутят. Вот теперь залутят. Ничего нового он не говорит.
Так, окей. Что у нас здесь хорошего есть? Рейндж плюс один, отлично. Ту, блять, а где оружие? Где стволы? Матч, я ничего вообще взять не могу. Нет, стволов здесь как таковых нету. Два апгрейда для авто... для оружия. Mm. Так, ну давайте прокачаем М16. Чё? Я все апгрейды буду в нее вкладывать. Это лучшее оружие в игре. Не, все, больше здесь ничего нет. Да. Так, ну получается, нам валить пора. Что такое? Секретное оружие во второй части. А, так, дай на скидку Gunblade. Бля! Охуенно. Блин, я случайно сбросил диалог. Чего? Ну, но... просто... А, окей. Ну... Какой же еще этот... какое же еще можно оружие туда воткнуть? Блин, это круто, надо будет обязательно достать его. Если это, конечно, не супер сложно и не какой-нибудь там надо гриндиться. Не, я думал, может, в багажнике что-нибудь лежит. Так. Теперь мы можем передвигаться по городу спокойно, да? Мы пойдем в центральный парк. А ты говоришь, она сложнее, да? Угу. Блин. Хреново. Так. Я решил немножко вернуться назад, потому что я здесь очень много вещей оставлял. И, кстати, что делает Джанк в игре? Если он что-нибудь делает. Не знаю, да? Тогда я его пока обратно дропну. Тут, кстати, надеюсь, нет такой хуйни, что враги тоже качаются вместе со мной.
Да, чувствуется, что прокачалась, конечно. Воу, нихуя себе, две лечилки сразу. Я только за. Собственно, я уже почти забил инвентарь, да? Блять. Так, сейчас, одну секунду, мне звонят. Так, я вернулся. Я где-то здесь обронил пистолет. В этом парке. Я не помню где. Какой-то из этих локаций, но в какой? Может, в одном из этих ящиков? Сейчас, по идее, две змеи должны напасть. Или три змеи, я не помню. А может, и никто не нападет, хуй знает. Тут спаун врагов работает очень странно. Если третья часть... Ой, если вторая часть как... резиденты, то там, получается, спаунов врагов вообще нет. Так, Кьюрпи, нужно ли оно мне? Во-первых, джанк выкинем. Во-вторых, Кьюрпи. Так, что у меня занимает? У меня один бронежилет занимает и пистолет, да? Блять, может мне пистолет разобрать? И бронежилет, я не знаю, просто они лишние слоты в инвентаре занимают. Тут обезьяна должна напасть. А. Да, так странно, спаунов меньше стало. Так, пожалуй, я не... Блин, или мне добежать дальше? Может, место с Евой, где мы сражались, там что-нибудь может произойти? Я думаю, стоит попробовать до тут добежать, посмотреть. Может, там какой-нибудь босс секретный, еще что-нибудь? Так. Где я? Опять же, лишние патроны, если я здесь с кем-нибудь пострелюсь, не помешают никогда.
То есть энкаунтеры здесь интересно работают. Вот, то есть я кучу раз пробежал мимо этого места, я знаю, что здесь спаунятся враги. Они сейчас не спаунились. Так, ага. Ой, блядь, ой, блядь, ой, как я неудачно зашел. Так, яд пропадает или остается на мне? Если пропадает, то... А. Тогда пофига. Зачем я тогда кьюр с собой ношу? Так, мне надо перезарядить винтовку, я забыл. Медведь. Еп. Изи. Так, я думаю, я разломаю пистолет. Для чего? У пистолета 3 выстрела он может делать, да? Винтовка 2. Я, короче, сопру его обилку. То есть беру М16, прокачиваю за счет пистолета, за счет вот этой херни. Так, я все правильно сделал? Так, вспомнить бы здесь, как бежать. Вроде вниз надо. Теперь еще вниз, блять. Я, по-моему, заблудился.
Или нет? Блять, заблудился, да. Я просто круг там сделал и вернулся назад. Может, чел неспроста мне перегрожает проход? Может, я не могу туда вернуться больше? Да, я опять вышел здесь. А. Так. Ладно, наверное, надо будет возвращаться назад. В принципе, я опять набил весь инвентарь аптечками. Что мне, в общем-то, нахер не надо. Да, да, не. А, плюс точно в том, что автомат теперь вот эти три выстрела, это охеренно, блин. Это не зря прокачал сейчас. Надо валить тогда отсюда, получается. По идее, все, больше здесь ничего нельзя сделать. Плюс у меня такое ощущение, что я где-то забыл про один ящик. Скорее всего, в самом начале. Так, тогда мне вниз, да, получается, надо. Странно, опять здесь никто не напал. Готов. Нихуя себе птицы дамажат, чё?
точно те же птицы? Охуеть, что? Я не уверен, что враги не качаются вместе со мной. То есть меня сейчас завалили ёбаные птицы. У меня еще ревайв есть? Да, еще один есть, отлично. Повезло, что у меня воскрешалка была. Ладно, я понял минус этих трех патрон. Она дольше стоит на месте и уязвима для выстрелов, да? Окей, это может быть проблемой. Почему они так сильно дамажат? Это потому, что во время анимации было или что? Это при том, что я жутко вкачал себе броню. Ой, я не туда пошел, извиняюсь. Зря я сюда вернулся, наверное, все-таки. Лишний круг сделал. Вот здесь ящик же еще был, мне кажется. Да, вот он, пистолет, отлично. Так, и сразу я этот пистолет разбираю, чтобы проапгрейдить себе этот. То есть что я возьму? Плюс один, плюс два? Не. Наверное, нормально. Так, куда теперь-то валить тогда? Музей смысла, наверное, нет. Или есть? Централ Парк. Карнеги Холл, это что вообще такое? NYPD. Пойдемте в полицейский участок, что ли? Может, нам еще апгрейд дадут ребята нашим внизу.
Так. Здесь вообще никого не вижу, интересно. Босс-то на месте. Так, здесь были, здесь выход. Мы не были в тюрячке, но нас туда вроде не пускали, да? В зоне для заключенных. А нас до сих пор сюда, наверное, не пустят. Еп. Так, где мы еще не были? А, надо навестить, короче, этих оружейников. Смотреть, дадут они что-нибудь, и идти в следующее место. Так. Ну есть джанк. Store equipment. Так, пусть... О, у меня здесь аж 3 веста лежит, которые я смогу потом, если что, заинфьюзить. Гранатомет я буду с собой таскать пока что. Я не уверен, что мне нужны лечилки от яда с собой. Так, ключ точно мне не нужен, он только место занимает в инвентаре. Так, один кьюр, медицин. Лечилок мне хватит. А, у меня еще один тул есть, погодите, стоп. У меня один тул есть, я могу заинфьюзить что-то во что-то, да? То есть пусть я, наверное, качну броню. Я узнаю, что чел что-нибудь нет. Не, это будет отстойное вложение, наверное. А вот это авто, это что? А, автомедицина, вау. Да, мне это надо. Отлично, то есть у него плюс один к инвентарю, и авто, он использует автохил. Блин. Вот это мы не зря зашли. Так, то есть у меня теперь автолечилки. У меня плюс один выстрел. И прокачали автомат, да? Не, нормально. Господи. Я испугался, что это пацана сожрала овчарка, честно говоря.
Так. Здесь нихера нет, ну ладно. Так, ну что тогда? Здесь покончено, я не знаю, стоит ли в музей возвращаться. По идее, все в городе эвакуированы. У нас с собой есть ученый. Наверное, стоит до музея добежать. Доехать. Мне бы еще хитпоинт восстановить, было бы неплохо. Так. Ну да, думаю туда, а потом уже на новую локацию, которая у нас открылась. Так, музей. Стоп, никакой даже... А. Да, то есть, да, я правильно в музей поехал, это сюжетное место. Чоково. Маэда, короче, прется по американской культуре, как я понимаю. Его все удивляет. Он хочет смешать свою кровь с клетками Евы. Может быть, не стоит этого делать, чувак. Это глупо. Маэда умрет, понятно. Эй, Гидеон Дес, привет. Добрый вечер. Как рабочие будни? Протекают. Ты
довольно неплохо. Это оказалось веселее, чем я думал. Ей, Гидеон Дес привел с собой ботов, ей. Боты. Боты никогда не меняются. Тут вообще все прям так закручено. Должен сказать, мне Parasite Eve нравится. То есть такой как бы это триллер с налетом анимешности, каким-то ебанутым сюжетом и RPG-системой. Это очень необычная смесь. И тут для Squaresoft такой же скач какой-то идет прямо. То есть людей здесь, люди здесь мутируют, их там расплавляет. Они сгорают заживо. Маэда меня смущает. Вначале он и двух слов не мог по-английски связать, теперь он прям неплохо разговаривает. Ты играл раньше в Паразитов? Не, я про нее вообще ничего не знал. Все? Все обзоры вообще? Или ты имеешь в виду все игры? Я думал так, я смотрел обзоры, я смотрел все обзоры. Сейчас он ткнет ей руку. В третью часть, наверное, больно будет играть, я не знаю. Но я думаю, я думал купить ее на PSP, я думаю, наверное, на эмуляторе надо играть. Нани? Дайте угадаю, ее клетки в идеальном симбиозе. Мне этот музон так нравится. Вот, привет, еще раз. По-моему, мы уже слышали про этот Selfish Gene. На PlayStation 1 очень любили гены и все прочее. Они... родственные. Погоди, я знаю только три игры от Bungie. Три серии от Bungie.
Они Halo и Destiny. И это точно не из Halo и Destiny костюмчик. Хакасе. Бля, он ебанутый. В городе люди сжигаются заново сами по себе. Весь город эвакуирует, он сидит здесь на копов гонит. Сейчас профессор охуеет. Так он сам знает, что он тут выебывается. Опа. Опа. Кажется, пизда профессору сейчас. Нани? Так, нет, ну вообще это надо разобраться, реально. Какой уходите отсюда? Нет, никаких уходите. Что, они реально съебут? Что? Так, стоп. Стоп, 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 стоп. Только что было нападение на центральный парк. Били дохуища народу. Сейчас они смотрят и видят список из убитых людей на компьютере у профессора. И просто... Извините, что побеспокоили, уходят. Они довольно херовые полицейские, я так скажу. Что такое Карнеги Холл? А, окей. А, хе-хе-хе-хе.
Понятно. Это, короче, где с начала игры было, туда просто не пускают. Так, ну тогда у нас только одно место остается. Это полицейский участок возвращаться. Сохо, это откуда мы стартовали, походу. Почему вы сейчас это начинаете обсуждать? Где никого не осталось, людей нет практически, никакие правила не действуют. Ты только что выбил дверь в магазин, блин. Опаньки, воу, в полицейском участке, кажется, беда. Hell no. Хамай, special good luck charm. Ага. Так. Что я могу с ними сделать? Я могу его выкинуть. Я думал, что полицейский участок это постоянное место, в которое мы будем постоянно возвращаться, типа... То есть оно будет типа нашего хаба, так сказать. А, окей. Спасибо за патроны. Еще есть патроны? He's dead. Окей. Ну вообще здесь нет сожженных людей. То есть это скорее всего не Ив. Может просто монстры. Ну, видно, как эта игра, конечно, вдохновлялась вторым резидентом, а? Тоже действие в полицейском участке происходит, он только что был оверран. Интересно, ребята снизу остались живых? Эй, крысы, крысы, ёбаные крысы расхерачили полицейский участок, конечно. Нихуя себе, 27 хитпоинтов, ты ёбаная тварь. Energy shot, channel energy into bullet, окей. Так, мне пора от похода медицины 1 избавляться от аптечки, потому что она, походу, бесполезна мне будет теперь, да? И надо что-то с гранатометом делать.
О, нет, это же этот, я забыл, как его звали, этого чела. Warner. Так, ну, но он жив, во всяком случае. Так, к боссу зайдем. Где наш босс там? Ой, мне перезарядить винтовку надо было. О, нет, это... Нет, это не наш босс. Это какой-то просто чел. Кстати, интересно, могу я просто сделать несколько выстрелов и все? Эти, как там, тускенские рейдеры не могут так метко стрелять. Опять тот же набор, да? А, в этот раз две птицы. Ой, блядь, плохо-то как. Ой, она выжила. Упс. Сейчас я попробую сделать так. Раз, два. Да, отлично, можно сделать. Хорошо. То есть я могу не до конца этот... как он называется? Я могу не все действия использовать и окончить ход. Это хорошо. Потому что я прокачал винтовку, она теперь может три выстрела сделать. И это оказывается не очень удобно, когда много врагов вокруг. О нет, где все? О, сундук. Это, блядь, еще кто? Ну вот серьезно, вы хотите сказать, вот эти монстры, они полностью захватили и уничтожили полицейский участок. А я одна справляется с автоматом. Блять, серьезно. Блять, он лучше во всем. Ауч. Так, ну чё, вниз сначала? Или сначала наверх? А, это наши чуваки. Вы точно справитесь, ребята?
нас, кстати, внизу дверь, в которую не пускали раньше. Может, сейчас будут пускать. Ого, это, блядь, что? Офенс плюс один, вау. С рогов может падать апгрейды для оружия? Что? О нет, у меня был полный инвентарь, и мне этот офенс плюс один не выпал. Блядь, сука! Ай, блядь. Ну, чувак, это повышение. Так. Но это пистолет, я не пользуюсь пистолетами, я пользуюсь только автоматами. Да, он сосет этот пистолет. Так. Так, Юр, мне нахер не нужен. Остальное, наверное, пока что я оставлю, потому что у меня теперь место есть, и я сейчас чувствую, я буду очень много тратить аптечек. А здесь у нас что? Окей, найс. Найс. Думал, мне жизни восстановили. Нет, это я полечился. Так, ну что? Я так полагаю, Бен уже мертв? А, или нет? Сейчас, секунду.
Так, окей, Кэти умерла, да? В общем-то, пофигу. Я же говорил, что собака будет тут неспроста, что мы с ней драться будем. Игра очень предсказуема. Все. Так, музыка пошла убойная. А, она жива. Окей, я думал, она умерла. Ох, это будет проблема сейчас, походу. Можно, интересно, как-то криты прокачать? А, вот собака. Окей, вот что стало с собакой. Понятно. Или нет, господи. Я думал, с собакой плохо стало, но нет. Я, кстати, не узнаю это место в полицейском участке. Здесь, что ли? Второй этаж? Ну охуеть. О, поганенький набор врагов. Мне вот эта атака бесит у них. От нее очень тяжело уйти. Сраные волки или кто это? Это не крысы, это волкеры? А, это псы! Ну, конечно, это же собаки. Шесть, сколько он мне снял? Беда. Что-то автомат-то не справляется. Мне надо сбегать, сохраниться, пожалуй. Ты еще жив? Возможно, мне придется во время босс-файта на себя барьер накладывать. Потому что что-то враги бьют больно очень. Что у меня еще за заклинание-то есть такое?
Heal, Detox, Barrier, Energy Shot. Замедление. Барьер на себя, замедление на врага. Двадцать хитпоинтов за раз, да вы ебанулись. Левелап, отлично. Я, получается, сейчас после каждого файта я лечусь. А точно нормально. Так, а где Дэниэл? Где Дэниэл и где босс? Ой, босс, ну наш босс, в смысле. Е плюс один, давайте. Я не знаю, ПЕ это что? Это против магии у нас? Уф. Поганый наборчик. Бля, меня замордуют сейчас. Меня спасло только то, что этот... Только то, что у меня автолечение стоит. Немного читерская штука, но с ней я не умру точно в ближайшее время. Так, тул, апгрейд, апгрейд. А, да, я же выложил. Ну ладно, потом проапгрейдим броню. Так, у меня есть одна лечилка, если что, воскрешалка, по-моему. Да, один ревайв у меня есть и куча аптечек. Нормально, я думаю.
Меня бесит Бен. Нихуя себе. Погодите, это же сцена один в один из Resident Evil 2. Это когда Ликер в кабинете допроса выскакивает. Шестьдесят хитпоинтов, ты ебанутый. Они стали снимать вообще как бешеные. Я думал, я избавлюсь от всех маленьких аптечек, но походу я быстрее буду избавляться от этих. От второго уровня уже аптечек. Инцина 3, окей. Сторочки, ага. Да. Боёв здесь дохерища стало. О, нет. Так, а если я скан сделаю? Это, наверное, хороший бой, чтобы проверить, как оно работает. Sensitive to cold. Окей. Объект. Да, это было сверхпогано сейчас. Так, пожалуй, я не буду сейчас аптечку тратить. Я использую лечилку свою ману. Пусть пока перезаряжается. Бля, мало восстановили, надо и лечилку использовать. А это чей офис? Такое ощущение, что я в этой игре дохера не пользуюсь тем, что надо, чем надо пользоваться. Какими-то фишками. То есть что-то автомат-то ни хрена не особо эффективный. Но у меня нет никаких этих там льда или еще чего-нибудь такого. Опять эта троица, да?
Окей. Я понял, у них две атаки подряд, это я понял. Так, Energy Shot неплохая штука. 80 хитпоинтов сносит врагу. Mm. Возможно, стоит с нее бой начинать. Единственное, он как будто бы Айю в стан вгоняет. Шива сейчас мутирует. Поздно, да? Знакомый звуковой эффект сейчас был. Очень похоже на хэдкрабов, ой, на зомби из Half-Life 2. Бля, да сколько можно-то? Не, это была плохая идея. Но это тут не очень, очень неудачное место для драки. О, конфьюз, отлично, вот это хорошо. Конфьюз мне, наверное, будет помогать, я надеюсь. Что, сюда нельзя, что ли? Так, 203 хитпоинта, да? Главное аптечку дать с собой. Так, сейчас опять будет драка. Попробовать конфуз наложить на врага. Есть шанс, что я промахнусь, наверное.
Откуда она знает, что это именно он? Че, попробовать конфуз? Блядь, вряд ли он на него сработает. Я лучше на себя барьер наложу. Это с барьером? Столько он мне снес. О, нет. А, фу, слава богу. Так, новая винтовочка. Ой, это не она. Ой. Ой. Ага. Так. Блин, а я столько апгрейдов в нее вложил. Стоп, я запутался. Я могу все вот это перенести в этот новый автомат и ходить с ним. Да, пожалуй, я так и сделаю. Двадцать три патрона в автомате, отлично. Так, ну чё, живем, получается? Нормально так живем. Впереди нас босс ждет, я так понимаю. Так, вот на этого конфуз сейчас наложим. Потестим, как он работает. А, он сразу на нескольких, что ли? Мне нравится эта винтовочка.
Так, это был не сюжет. Так, а конфуз, он на одного наложился или сразу на всех? Вот я что не понял. Если сразу на всех, вообще охеренно. Нет, только на одного, походу. Наверное, это хорошо против одного врага. Хотя и сейчас вышло вроде неплохо. Эй, Дартил, привет. Фулк Юр, нихуя себе. Я не знаю, что это, но это звучит охуенно. Как твои дела? Тут сложно, тут пошло так что-то сложно вообще. Мне не хватает инвентаря. Мне не хватает дамага. Так, я не понял, зачем эта комната нужна была. Походу просто, чтобы пострадать. Но что-то стало сложнее. Да? Ну можно, я в принципе не против, например, завтра поиграть в него. Можно, например. Я, правда, не покупал пока этот, ну, тот самый, и пока не знаю, что-то желания нет покупать. Воу, вот это ракурс. Сегодня венки. Кот будет с Сарой вместе играть в Life is Strange. Фанатскую венку по... Блядь, нихуя себе он здоровый! По Life is Strange. Я так подлагаю, на нее конфуз не будет работать. The three targets. Бля, потрясающий скан. Sensitive to hit. Ебать, колотить. Sensitive to hit. Отлично, отлично. Это знаете что? Это хорошо. Что? Это, блядь, было сейчас. А я.
По-моему, гранатомет сосет. Он еще, сука, и лечится. Так. Ладно, я тоже лечусь. Так, знаешь что? Получи-ка энергетический выстрел. Окей, это было... Это я зря сделал. Хотя не, вроде... Да, мне... Мне выгоднее, короче, вот так херачить, я понимаю. Блять, я застрял! Вообще, да, винтовка выгоднее гораздо лупить. Это пиздец. Вот это пиздец, конечно. Мне кажется, он сейчас лечиться будет. А, нет, он сейчас будет всасывать. Фух. О! Мне новый пистолет дали? Серьезно? Надо от гранатомета избавляться. Он вообще бесполезен. Из него, кстати, можно... Слушай, неплохо поиграли. Я даже удивлен, потому что я думал, что мне не зайдет игра. Она мне зашла. Так, еще. Тут мышка появилась на экране. О! Я ровно потратил 23 патрона на него. Так. Так. А в чем фишка этого пистолета? Кроме того, что он стреляет 5 раз подряд, нихуя себе. Я аптечек немало потратил, немало. А где Дэниел? Почему нету Дэниела? Он сейчас в окно упадет. Нет. А, нет, он жив. Весь участок, весь полицейский участок разъебали. Остались живых всего несколько человек. Это была самая интересная глава по части экшена и всей этого боев, так сказать.
Кстати, где он висит? Так, ну ладно, надо до сохраненки. А, хороший вопрос. Я не знаю, мне 19-го надо оплатить ее полностью. 19-е это когда у нас будет? Завтра, вторник, среда. В четверг мне надо ее оплатить. И в первой партии они гарантировали мне зарезервировать ее. То есть я надеюсь, если все хорошо, то на этой неделе. Но когда у нас все хорошо было? Так. Да, наверное, на этом я тогда остановлюсь. Блин, это был интересный босс. Тут необычно, что вроде это РПГ, но у тебя всего лишь один человек в партии. То есть то, что магию пользуешься, сканишь все вместе, там лечишься, это все один чел делает. Как-то странно. Так. А, ну ладно, все тогда. Завтра что тогда? Во сколько тогда, если что? А, музыку писала Йоко Шимамура. Которая Kingdom Hearts. И Street Fighter 2. 5 часов, да? Окей, давай тогда завтра в 5 засядем за судьбинушку. Ну все тогда, пока.